Thank you.
вечная память бойцу. Васька, становись на его место. Братцы, пойдем и потянем с тобой прибудем завтра. Гайда, 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 папа, за волю вперед. Тише ты, черт косолапый, ведь не видать ничего, и куды лезем? Куды-куды, я, брат, знаю, куды. Давай. Фу. Ну, чего залезли? Чего? Ха, вот темной. Да суд на 20 верстов, как на ладошке, видать. Видать. Тоже говорить. Я про эти места-то, о, ты чего знаешь, каждый кустик, каждую тропочку, тоже говорить он будет. Разъясни вас душу, Колчака полите, а не в кашу, черт суетливый. Нет, врешь, брат, это нам расплюнуть на буржуев-то. Тьфу! Мы буржуев-то окошку промеж ногтя расщепим и так... Вот сюда, вот. Глянь.
англичане. Ей-богу, англичане. Как же мы теперь сейчас пушку-то доставим? Как к штабу-то доберемся? Да неужто у Горбатого мосту стоят? У мосту. Ей-богу, у мосту. Я эти места во как знаю. А другой-то путь есть? А? Другая дорога для орудию. Для орудию. Другая дорога? Стой. Дай подумать. Ну? Дай подумать. Да думай скорей. Стой. Дай подумать. Я ведь не того как знаю. Другая дорога, кроме, есть? Кроме? Нет, нету. Эх ты, думатель, а куды же к штабному биноклю лезешь? Николы на горках ударили. Свят. Да ведь там живой души нет. И ключи от храма у меня. Однако полковнику доложить требуется. Ты брось, отец, не путайся. Береженого Бог бережет. Беспременно. А что ж им не спалить-то? Не спалят. У них народу-то сила. Ладно, не каркать. Не попы. Ох, видать, не проехать там теперь-ка с орудий-то. Братцы, слышь, окромя Горбатого мосту, нет нам ходу, я и тебя с того как знаю. Заткнись! Светло! Пойдем! Ты боязливая! Ну, ничего, мужики, ничего. Смелее! Во. Товарищи, партизаны, помни приказ революционного партизанского штаба. Приказ
передовой части партизанской роты Макеевской волости доставить в распоряжение 4-го полка захваченное ими орудие и снаряды. Провести орудию к 27-му понедельник. Понедельник, вот. Помня, что против нас сплошная стена империалистов и интервентов, приказ выполнить непрекословно, под личную ответственность товарища Снобова. Мою ответственность. Да здравствует советская власть во всем мире! Ёлки-палки! Ну, зазвонили! Где же звонили? Нам-то что? Да ведь селение за грехи пощено, а благо вестят. А ежели красные подожгли? Партизаны! Понедельник-то завтра. Завтра же общее наступление назначено. Ну, понятно. Провести-то ее орудию надо. А как ее проведешь, ежели кругом американцы? Эх вы, партизаны! Ну-ка, ну-ка. Кусты! Эх вы, головы, англичан запаяли. Ну, англичане, ну и что? А приказ-то слыхали? Приказ-то сникли? Тут создавать надо. Против нас идут интервенты, буржуи всего мира, то есть захватчики. Что им надо? Опять на нашу шею капиталистов, на помещиков усадить. Вот что им надо. Землю нашу, хлеб, фабрики наши, заводы, леса, нефть. Вот что им надо. Стало быть, против нас грабители идут, а мы, оборона, собрались дела вцеплять, воевать. У кого подмокло, тот фактически буржуям помогает, ясно? На заводе у нас каждый мальчишка боец. Так неужели мы, красные партизаны, пробить будем? Нет! Орудию, согласно приказа, составим и все! И вставай, ребята, перед буржуями! Держись! До последнего! Во! Мужики! Партизане! Это... Удумал! Удумал! Стойте! Мужики! Партизане! Удумал! Низами проедем! Удумал! Удумал!
не займет-то 5 дён не менее. Мужики, да, я как знаю, пить меня сюда. Постой! Постой, ребята! Завтра ему приказано доставить. И доставим! Целиной пойдем! Так там река не замерзает. Провезем! Под мою ответственность. Провезем! Здесь охраняет порядок британский войско. Сержант, take the order. Yes, sir. Я приказал ставить все дороги двойной караул. Irish Molly, oh, saying, should you not receive it, try to let me know. If I make mistakes in spelling, Molly, dear, said he. Remember, it depended, but don't lay the blame on me. Better.
Ну ладно, сып. Два стакана. Два стакана? Да. Деньга. Деньга, да, и дула. Деньга? А патент-то есть у тебя? Патена? Солдата много есть. А тебе какое дело? Он семь языка покупай, много надо. Кто есть такая она? Это командир английский. Поглавней нашего будет. Понял? Поняла, поняла. Эй, Фрэнк! Get fire! Кокаин есть? Кокаина? А нечего. Морда китайская. Вешать вас надо. Какая черта фальшивая. Thank you.
Рыбы дошли и уперлись. Отцы! Великанца поймали! Английская солдата поймала! Поймали кого-то. Иди! Иди, дьявол! Вот она, американская ката! Стойте, не убивайте ее временно! Буржуйный прихвости! У себя российских гадов. Тут полочи распоряжаются. Им врачам кровеж самые главные. Вот ты теперь свободен, Никит Егорович. Вот ты свободен. Привезем мы тебе матушку. Доставим вовремя! Ну, а как твоя разведка? Тама! Вон и тама! Англичика солдата! Много их! Много! Тама! Лусика капитана! Отсипка нехороший капитан! Такая она! Черта фальшивая!
Ладно, Ходя, не робей. Бейте вас, сатану! Что вы бейте? Ребята! Ходя! 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 Выходи! Кто более всех пострадавших? Я! Они, сволочи, всю деревню сожгли, всю округу разорили. Призовите его, серву! Отдай! Отдай, ребята! Стой, я! Стой, я говорю! А что там стоять? И стой! Стой, мужики! Дай слово сказать! Погоди убивать! Убить-то всегда можно! Мало их убитых, что ли, валяется! Надо, по-моему, рации упропагандировать эту курву! Пущай большевистскую правду понюхать, да своим потом расскажет. А ежели не поймет он нашей рабочей души, тогда, значит, обязаны мы его кокнуть. Ай, Васька! Запустили вас! А-а-а! По рехту застегни, чёрт! Васька! Валяй, химяш ему! Спокойствие! Валяй, валяй! Спокойствие! Парень, слушай, мы все крестьяне, да рабочие. Мы трудящиеся, понимаешь? Трудящиеся! Трудящиеся! I don't understand. По-русски не понимает. Вот бедность! Не понимаю. Эх, картинку бы какую! Чё? По картинке бы ему разъяснить. Это картинку! Можно! Мёд! Ну, где ему понять-то? Дерево, а не человек. По глазам видать. Нет, он поймет. Тут только надо... Надо только слово найти. Такое настоящее. Парень, ты сам разъясни своим-то подробно. Нехорошо, мол, нашу землю разорять. Васька, брось с ним канителиться-то. Разве ему кемяши? Только время зря тратить. Да ну его, чертовой матери! Не пустое это дело-то! Расходись, ребята! Все одно ни черта не поймет! Нет, он поймет! Конечно, не поймет! Он должен понять! Эй, ты!
Вымра! Пойдем, что ли? Стой! Что, стой? Мужики! Вертай назад! Вертай! Опять куда? Ну, чего говори, говори. Ну, чего слушаться? А если... Слушай, парень, слушай, пойми, пойми, Ленин, 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 Ленин. Ура! Вот я все понимаю. Я его я. Я его я. Вот. Я понимаю. Погоди. Мужики! Спокойствие! Спокойствие! Вот она, картинка-то. Принес. Это Абрам вешать Исааку. Подойдет? Подойдет. А, крой, Вася. Крой. Вот этот, который ножом... А какая? Вот это? Да. Вот это. Это... Буржуй. А этот связанный. Вон она какая. Это мы, пролетариат. Понял? Эх! Трудящиеся! Это мы! Да, трудящиеся! Ну вот, буржуй его режет! Вон она! А этот в виде ангела, который буржую помогает, это... Американка, англичанка, японка, вся эта сволочь империализма. Их! Понял? Империализма, она и сволочь, поняла? Империализм. Стойте, спокойствие! Спокойствие, спокойствие! Спокойствие! Ты там скажи твоим парням, чтобы они всех буржуев и сволочь империализма к чертям! Понял? Алай, сильтяма, надо! Ай, эй, пролетария! Империализма? Да, разъясни! Понимаешь, стерва? Ей-богу, понимаешь! Вашка-то по-американски как кроет. Спокойствие. Дошел. Спокойствие, спокойствие. Демяшили. Ай да Васька, ай да мы. Мы Советская Республика. Понимаешь? Республика.
Републик! Републик! Ура! Они! 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 Русика! Республика! Нет! Китайцы! Республика! А не надо! Английская! Республика! Они! А надо! А надо! Алина! Алинана! Калашина! Республика! А надо! И будет она! Готово, Никита Егорыч. Упропагандировал. Правильно, Василий. Молодец. Товарищ! Товарищ! Я передам. Позвольте, позвольте, позвольте. Поручик! За единую неделимую. Прошу начать. Oh, thank you. Джентльмен, я, Пётр, за великий русский гостеприимств и английский цивилизация. Середину больше смотри, там еще больше середину. А середина нужна. Выдержите. Я здесь все мосты, о как знаю. Да, фу. Вот уж и на. Эй, давай! Выходи из-под моста, ребята, отсюда и выходи. Да никого там! Никого. Я говорю, там задних подтягиваю, задних подтягиваю. Да постой, не лезь. Но, Миша, давай среди. Опустите, опустите, с моста, опустите, опустите. А по пушке задали. Ходом сразу давай, чтобы... Давай, 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 приезжай скорее. А то застрянем, ну. Ты чего смотришь? А ну, давай! Двигай! Что тут? Так и знал, что застрянем! Так и знал, что застрянем! Давай, а ну, ребята! Давай возьмем! Давай, давай возьмем! Давайте скорее, скорее, давайте скорее! Раз, два, дружно! Раз, два, сильно! Раз, два, тише! Тише! Что за стоперсом кричать, что ли? Тише! Шептом! Раз, два, дружно! Раз, два, сильно! Раз, два, сели! Сели! Давай!
А ну давай, 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 подтягивай, подтягивай. Его Величество, Корол Англии прислал нас на защиту цивилизации. До чего культурный народ. И восстановить власть, собственность и религию. Господи, и сколь прекрасно говорит он по-русски. О, я жил здесь много лет, я имел промышленный интерес. Ну, теперь повоюем. Да, джентльмен, вас охраняет наш храбрый, полстраданный английский солдат. Солдат, а, солдат, пойдем помогать, что ли? Иди, 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 иди. Вывезем! Я тут всех места и горы, во как знаю! Иди ты, подпадай! Thank you.